Всем привет, меня зовут Василиса, и в этом видео я расскажу о косметических покупках и подарках, сделанных за время пребывания в Швейцарии. В Швейцарии я была неделю, и страна мне очень понравилась. Если у меня будет достаточно видеоматериала, то я смонтирую ролик. Конечно, я не могла уехать без каких-то косметических покупок из этой страны. Привезла домой как швейцарские, так латвийские, так и немецкие бренды. Естественно, все имело органический, натуральный состав, различные эко-сертификаты, то есть очень высокое качество тех продуктов, которые я привезла домой. И начну я, наверное, все-таки со швейцарской продукции. Первым будет вот такой вот крем для ухода за зоной вокруг глаз от фирмы Биокосмо. К сожалению, посоветовать крем не могу, потому что мне он не понравился, потому что он не давал достаточно увлажнения, он не борется с первыми признаками старения и, к сожалению, не решает мою самую главную проблему – это отеки и мешки под глазами. Из положительных сторон он достаточно быстро впитывается, не оставляет никакой пленки под глазами, и мне кажется, что он может подойти тем, кому еще не 25, у кого более молодая кожа. Следующие два средства будут от фирмы Anne-Marie Barlind, я могу неправильно произносить. Это компактная крем-пудра и карандаш для губ. Крем-пудра выглядит вот таким вот образом, есть спонжик, есть зеркальце и достаточно много самого продукта. Крем-пудру я всем советую. Классное покрытие, матовый финиш, можно наращивать без проблем. От легкого какого-то такого нанесения до полного покрытия. Скрывает прыщики, какие-то недостатки кожи. Имеет желтоватый подтон, и поэтому подойдет славянским девушкам. У меня крем-пудра в оттенке 26W, Hazel. И карандаш для губ у меня в оттенке Nude. Очень красивый, на самом деле, нюдовый, с небольшой розовой цвет. Есть кисточка для растушевки. Тоже классный карандаш для тем, кто ищет нюдовый цвет. Я все свотчи. Я все свотчи оставлю в Инстаграме, и чтобы вам было проще понять и увидеть. Сейчас у меня этот карандаш на губах, но я думаю, его все равно не очень хорошо видно. Но он буквально чуть-чуть темнее, чем мой натуральный цвет губ. Советую. Следующие средства будут от латвийской фирмы либо Мадара, либо Мадара. Это вот такая вот маска пилинг с кислотами. Ее я еще не попробовала, так что не могу ничего сказать. Следующая маска детокс, глубокое очищение с глиной. Ее я попробовала сразу же после приезда домой, после 12-часового перелета Москва-Лос-Анджелес. Маска мне понравилась, никаких нареканий в принципе к ней нет. Улучшает цвет лица, кожа более мягкая, более ровная. Единственное, что, как мне показалось, что в принципе можно найти более дешевые аналоги обычной любой другой глиняной маски. А так, неплохая маска. Следующие продукты уже пойдут только немецкие, немецкого производства. И начну я с фирмы Санте. Это спрей для фиксации волос, для стайлинга, для объема и зубная паста с витамином В12. Что могу сказать по поводу того и другого продукта? Стайлинг-спрей мне не понравился. Ну, в принципе, как, наверное, и зубная паста. От спрея пахнет достаточно сильно алкоголем. Волосы после него жестковатые и немного склеенные. Поэтому больше не куплю.
А насчет зубной пасты, я не знаю, насколько на самом деле через десны наш организм насыщается витамином В12 через эту пасту. Каких-то чудес на своих зубах я тоже не увидела, поэтому мне кажется, аналогов такому продукту в принципе много. И закончу я уже это видео 5 продуктами от фирмы Lavera. У меня в руках блеск для губ, тинт для бровей, пудра, компактная тональная пудра, тональное средство и консилер. Первое, о чем расскажу, это консилер. Его я сама себе купила, все остальные средства мне подарила мама. Консилер у меня в оттенке 03, Honey, и мне он не очень понравился, потому что он достаточно прозрачный, недостаточно плотный, и, предположим, какие-то прыщики или синяки под глазами он не скроет. Но, может быть, подойдет тем, у кого нет каких-то больших проблем на коже. Следующим продуктом будет вот такая крем-пудра. Она так же, как и консилер, так же, как и обычная пудра в оттенке 03, Honey, но консилер немножко светлее, хоть и в таком же самом оттенке. Я обожаю просто эту крем-пудру, она обалденная. У нее кремово-муссовая текстура, очень легко распределяется по лицу. Также можно варьировать покрытие от легкого до полного, скрывает всяческие прыщики, недостатки кожи. Я думаю, что больше всего подойдет тем, у кого сухая нормальная кожа, но с припудриванием подойдет тем, у кого комбинированная жирная кожа. Средство просто я готова ему петь дифирамбы, но есть одно, но очень большое но. Упаковка. Упаковка, не знаю, то ли это просто у меня, то ли в принципе очень хлюпкая. И у меня вот здесь вот раньше была пластиковая крышечка прозрачная, и эта крышечка уже отпала. То есть я продукт не могу с собой никуда носить, иначе, естественно, он все испачкает. Если он находится в открытом состоянии постоянно, то он быстрее портится. То есть это огромный минус этой упаковки, но сам продукт внутри просто суперский. Также внизу есть зеркальце и спонжик для нанесения. Как я уже сказала, что пудра также в оттенке 03. Очень хорошая пудра, очень такая мягкая, хороший, достаточно мелкий помол. Претензий нет, нравится очень, как работает с предыдущим средством. Следующий продукт – это тинт для бровей. Я считаю, что это очень хорошая замена тинтам для бровей Anastasia Beverly Hills. Немножко дольше занимает времени придать желаемую форму и желаемый цвет бровям, чем с тинтами Anastasia. Но в тинтах Anastasia есть парабены, и поэтому я вот ищу замену им. По-моему, в фирме Lavera только один цвет для тинтов, и мне кажется, что он может и не подойти блондинкам, но брюнеткам очень даже хороший цвет, немножко серовой, поэтому подойдет тем, у кого русые волосы. И последний продукт – это блеск для губ в оттенке 09, Delicious Peach, вкусный персик. На самом деле цвет очень вкусный, летний, персиково-розовый. От этого блеска я в восторге, потому что он увлажняет губы, он не липкий, нет никаких парфюмерных композиций в нем, то есть нет парфюмерных отдушек. Я думаю, он подойдет тем, кто как раз не любит резкие запахи в блесках. В нем нет шиммера, но он все равно делает губы немножко полнее. И да, ставлю ему твердую пятерку и советую. Также хотела бы сказать, что сегодняшний макияж сделан с тональным, компактным тональным средством, пудрой, блеском и
тинтом для бровей от фирмы Lavera. И также я использовала карандаш в нюдовом цвете от фирмы Anne-Marie Verlaine. Ну вот и все. Всем желаю хорошего дня или спокойной ночи, если вы смотрите это видео вечером. Хорошего вам настроения, улыбок, всего самого наилучшего. И пока. Встретимся в следующих видео.